Всем привет! Продолжаем проект «Моторчик». Апрелька не перестает нас радовать по утрам перед работой. Так, следующий шаг. Открутить эту крышку мембраны сцепления. Я уже тут начал, немножко освободил. Думаю, показывать, как откручивать болты, не стоит вашего времени. Ну, для этого, я думаю, нам надо резиновый молоточек. Путем нехитрых движений она особо не хочет отходить. Забавно, путем нехитрых манипуляций еще пару ударов деревянной ручкой. И видим, что она, оказывается, еще и на направляющих сидела. Таких интересных. Ромбовидно. Не забыть бы, как она еще в каком положении была. Где-то так. Вот хрень же нездоровая. Что мы тут имеем? А, вот хорошо. Проснулся? Нет, не проснулся. Я еще сюда. Еще не проснулся. Получается, наверное, таким вот образом. Опа. И все. Как-то так. Что мы тут имеем? Гайку. Имеем гаечку на 19. Шайба. Проправить, главное, вот эту вот мембрану. А, она вместе с шайбой. Вот засада. Во, в общем, сейчас будем лоботомию теперь делать, как настоящий хирург. Так, выключи шайбу. Сейчас куда-то улыбаешься, все, чего угодно. Сколько ты возьмешь? Здесь очень интересно, что вернуться рано. Машина, хозяин куклоновый. Так, снимайся, пожалуйста, снимайся. Спасибо вам, приятно, закончил логику. Как-то я не могу видеть, просто со всей стороны. Мне понравилось, что это такое. Пиздец. Ну, пока я снимаю, это неплохо. А, а. Вы ничего не могу вернуть? Нет. А, вот так она. Фиксируется там якобы. А, нет, просто. Смотрите. Шайба, она и как прокладка одновременно. Так, ложим эту шайбочку сюда. Гайку сверху. Собственно, последовательно, чтобы ничего не проебать. Ложим обратно на крышку. Завалить надо какую-то кочерышку. О,
гаражная деревянная скалка. Ебых. Что теперь? Теперь мы можем хотя бы посмотреть, как у нас бы выглядит насос. Дренажный. Дружище, через него надо было сливать. Теперь у меня весь пол будет в антифризе. Блять. Мне надо тряпку. Дружище, блять. Я, конечно, все понимаю, но нахуй он? Вот, запомни, вот этот вот винтик дренажный, через него сливать надо, а не шланги сдергивать. Ну ладно, не суть. Чё, я опять пиздить? Больше нет ничего? Да, в апреле пока не треснешь молотком, ничего не будет, наверное. Так, мне надо прокладочка. Целая. Дальше. Откручиваем всю крышку. Ну и на ней не забываем, конечно, вам сейчас не будет видно. Сбоку стартер крепится. Как раз на крышку. Вот. Крепится задними лапками. Всего лишь два винта. Шестигранник на 5. И тянем на себя. Сидит на кольце резиновое. Ну и там у нас не полилось, нет. Вот, собственно, вот он спереди. Как очень любят Ямахи такого типа стартера. Если сальник там пускает, то он полный масла и капс дайвит. Ладно. Сейчас мы докрутим последний, и нашему взору покажется правая внутренность данного мотора. Так. Вот. С этой же стороны, где был стартер, очень хорошая такая ухо.
по которому можно сандалить. Ой-ой-ой, у нас это все подтекло. Ну, на то и резиновый коврик. На то он и был резиновый коврик, да. Хорошо, что завалили его. На бок немного. Так. Вот. Собственно, крышка. У нас тут две втулки для промежуточных валов. Не, получается. Да, это крайняя на колено. Очень интересно. А это балансирный вал. Балансирный вал. Крайняя коленвала. А это насоса. Помпочки. Сальник такой своеобразный. Туги. Тугой. Вот, собственно, вот крышка отошла. Будем смотреть, прокладку спасем, не спасем. Маловероятно, конечно. Но все же. Пока положим рядышком. Вот так. Тряпку в студию. Запачено немножко. Руки запачились. Так. Дальше. У нас 6 винтов на головку. 10. Снимаем. Что-то у нас там прервалось. Не знаю. Так. Берем вантовчик. Так уж и быть. Вантовчик. Раз. Головку. Ну и труба метровая. Привет, спаситель. Мне... С каким усилием ты затянута? Интересно. Да, на Сузуки откручивалось гораздо бодрее. Нужна помощь. Как же мне, может мне поменять? Вот
есть трудности, нас ничего не остановит. Вот, чтобы не опиралось. Погоди. Ну да. Вот так. От этого не легче. О, пошла. Физика. Физика. Куча клея резьбового, куча просто. Ой. Ну тут и ничего. В общем, ключ пригодился. Вот. Таскиваем удлинитель. Что у нас тут? Дистанцирная шайба. Ну, влазь, пожалуйста. Шайба. Вот. Так, тут у нас ничего нет. Ага. Тоже шайба. Ясно. Пока тут. Что дальше? Дальше. Угу. Чем-то поддеть надо. Смотрим. Нет. Нет ничего. Интересная втулочка. Как, собственно, и везде. Перфорированная латунь. Демпферные пружины. Вот, собственно, такая корзина. Сняли, что имеем.
Имеем шайбу. Дистанцерную. За ней сразу подшипник. Ну, Вась, пожалуйста. И Вась. Так. Ну да. Мы ее сюда ложим. Ну и, собственно говоря, вот на этой звезде промежуточные и находятся метки для заднего цилиндра. Вот и ими и будем руководствоваться, когда выставлять ВМТ придется. Так, снимется она. Пожалуйста, дорогая. Ну, нет. Ну, да, жопа ей. Ну и хрен с тобой. Так. Это выбросили. Что ж мы тут имеем? Масляного насоса, шестеренка, потом это еще тоже что-то, не знаю, ну там посмотрим. Ну как бы на сегодня цель выполнена, разобрали правую сторону, в общем-то так. В следующий раз, надеюсь, левую скинуть. Но там уже тяжелее. Там магнита надо откручивать. То есть ротор генератора. Спецсъемник. Поглядим, какой там. Вот. А с этой стороны... Ну, хотя еще можно... Да, надо масляный насос снимать. Барабан. Ток, все это поснимать, переключение, барабан коробки, если он вынимается, но скорее всего нет. Откручивается только его звезда, тут шестигранники, остальные подшипники, стопора. Ну это явно это какая-то жопа. Ну да. Ну, в общем, на этой грустной ноте, которая у нас звучит таким образом, в общем-то, мы и нашли проблему. Как раз таки в коробке, как изначально и предполагалось. По звуку напоминает вилку переключения передач. Либо она отвалилась, пружину оборвала, еще что-то.
Ну и не забываем еще про вал ведущий, что у нас он биение. Все равно его менять. Ну вот так, на сегодня все. Такая богатая событиями серия получилась. Дальше будет больше. До следующей серии.